Шлифмашинка Штайр 5000-ная, бесщеточная. Облегченная конструкция, 2,6 килограмма. Здесь установлен двигатель небольшой. Все как на кардане. Это кнопка включения подсветки светодиодной. Вот она, лента. Далее длинные провода идут. Очень длинные. Это удобно для работы. Некоторые заказчики уже это отмечают. Здесь прибор. Видимо, какое-то управление, где сосредоточено для облегчения конструкции, чтобы она не была заключена вся у тарелки. Ручка телескопическая. Регулируется с помощью вот такого рычага. Опускается, поднимается, выдвигается где-то на высоту до 2 метров. Вот. Включение здесь кнопкой и регулировка. Регулировка скорости вот таким рычажком. Далее попробуем включить. Врубай, Андрей. Подсветочка. Это подсветка. Достаточно тихая. Можно сразу отметить. И легкая, да, Андрей? Ну, подвисит по потолку, как вообще. На руках нормально работает? Да. Гораздо легче, чем традиционные машинки вот такого плана, которые у нас стоит на витрине. Да.